Приехал я сегодня на рыбалочку. Приветствую наших подписчиков, также друзей канала. Сегодня я поставлю спиннинги и будем ловить, может, карасика, может, сазанчика. В общем, что повезет. Погнали. Получается, что у нас? Вот такой фидер клубника. И мы его помешаем чесночком. Сюда мы в эту же кашу кукурузу. Так, пакет. Пакет у нас для мусора. Там большой пакет есть для мусора. Сюда свистну чуть поубирать. Симпатично все выглядело. Там, где мы, там порядок. Присоединяйтесь к нам. Варюшка, я думаю, она уже хозяину не понадобится. Речной водички. Вот так. Какая у нас будет каша. Рыбу надо кормить. Я обычно с собой навариваю кашу. Такую обычную мешаю еще для прикорма. Так, чуть-чуть добавим. Сегодня все получилось, а? С работы приехал и быстро надо ехать. Чтобы пару часов посидеть. Сильно закармливать не будем. Но покормить надо. Раз. Два. Так. Ну, поехали. Ага, приехали. Опарыши там еще не насадили. Вот ты живучий. Сюда иди. Так, поставим. Так, отлично. Плотно течение, чтоб сильно не размывало, чтоб полежала прикормочка. Так самое интересное, здесь он даже есть бочка для мусора. Нет, народ умудряется бросать все прям на берегу. Но неужели трудно все собрать и сложить бочку? Вот. Вот так вот людям тяжело делать. Да, кстати, это зимняя рыбалка, это не весна. Хотя можно в майке находиться. Это Кубань, ребята. Ну, теперь можно и чайку попить. Все три спиннинга выставлены. Ждем. Сегодня я приехал на разведку. Так, глянуть. Что к чему. Ну вот так вот. Разведаем новые места. Сюда я приезжал только на хищника. Кстати, неплохую щучку здесь
ловил. Прям довольно-таки неплохую, чуть дальше туда. Там вот. Ну теперь мы на мирную рыбу решили поохотиться. И пока мы ждем чего-нибудь, можно выпить чая. Вот этот вот режим ожидания, он очень волнителен. Мы все ждем и ждем, когда она начнет стрелять. Вот ходишь, смотришь. Я люблю эти моменты. И особенно, когда она вот начинает бах, только все, пошел процесс. И она сидит, и она сопротивляется. Вот этот самый такой момент, который я люблю. Сейчас, если будет тишина, я возьму спиннинг и пойду искать хищника. Вроде как потеплело. Вот этот вот спиннинг перекину. Все не так уж и плохо. Сейчас добавим кашки. Что у нас получается? Снасти все старенькие. Сазан очень осторожная рыба. Близко к прикормке он боится подходить. Сначала будет карась на разведку идти. Там посмотрим. Так. Пойдем вот тут чуть-чуть прикормим. Поплотнее надо просто сжимать это дело. Поплотнее. И вот так. Режим ожидания включен. Ожидаем. Получается, вот этот спиннинг рядышком стоит недалеко. Этот я закинул на глубину. И тот спиннинг тоже тут недалеко закинутый. Прикормлено место. Ну вот сейчас посмотрим. Конечно, приезжаешь на рыбалку и вот до последнего момента ты весь в надежде, что что-то все-таки у тебя выйдет. И ты возьмешь что-то хорошее. Ну, река стоит в полной тишине. Я не вижу, что где-то что-то даже плескалось. Как это называется? Глухозимье. Щучьи прибамбасы. Рюкзак мама на день рождения подарила. Было недавно у меня день рождения. Давно все такой хотел. Прям отличный подарок. Здрасте. Ну что? Кино снимаю. Да вообще тишина, хочу спиннинг попробовать. Вообще тихо. Ну я стою где-то, может, около часика. Приезжал, тут ледок был чуть-чуть. Вот там один мужик единственный сидел, где я сейчас сидел. Ага. Тут постоял, посмотрел нахуй. Не знаю, пацаны мои вчера сюда приезжали, но они тоже на хищника. Говорят, до хрена рыбаков было. Но говорят, не видели, чтоб хоть кто-то что-то ловил. Ну вчера ж погода была более-менее. До 17. А сейчас, если поймаешь там, это эксклюзив. Я помню, маленький я был, а помню. Прадед. Пошли мы с ним в спорттовары, помните, где были? И там бамбук стоит. А так на камышину. Он говорит, вот это вот, типа, крутая удочка, купил мне бамбучину. Бамбуковые цельные, блядь. Я довольный. А сейчас я и не видел ни у кого бамбука. Нет, а, уже. На рынке как-то продавали, а потом кончилось нам. Все, нету. Ну вот. На этом и заканчивается наша рыбалка. Сейчас будем собираться. Удачи сегодня нет. Но она обязательно будет потом. Погнали собираться.
Ну, и как любит, говорит папа, все, поехали домой.